Смотрите, компания Билайн, звоню оповестить вас, что всем, кто сейчас пользуется нашими услугами, мы предоставляем тарифный план мобильную связь и безлимитный домашний интернет всего за 500 рублей. То есть всего за 500 рублей вы получаете мобильную связь с безлимитным мобильным интернетом, а также домашний интернет со скоростью 100 мегабит в секунду, на который вам отдельно платить ничего не нужно будет. И для начала предлагаю проверить возможность подключения тарифа в вашем регионе. Подскажите, вы в каком городе проживаете? Зимбабве. Еще раз, повторите. Город Калатан. Я расслышал, в каком городе? Город Калатан. А улицу и номер дома? Улица Центральная, дом номер 1. Повторите улицу и номер дома. А вам зачем? Поскольку вам предоставляется возможность подключить бесплатный домашний интернет, нам нужно проверить, подключен ли ваш дом к оборудованию Билайн. Подскажите город, улицу и номер дома. А кто такой щедрый, что мне хочет подключить бесплатный интернет? Да, смотрите. Для новых абонентов компания Билайн предоставляет единый тариф, в который уже входит мобильная связь и домашний интернет. И все это за 500 рублей. Сразу две услуги. А давайте вместе проверим, есть ли по вашему адресу возможность подключения этого тарифа. Назовите, пожалуйста, улицу и номер дома. А я сейчас плачу за интернет 250 рублей. Зачем мне за 500? Да, понимаю вас. Вы привыкли к своему интернету, поэтому я предлагаю, не отключаясь от вашего интернета, подключить наш, как дополнительный. Сначала сравните два интернета в деле, а потом примите окончательное решение. В любом случае, за интернет отдельно платить ничего не нужно. Давайте все-таки проверим наличие технической возможности по вашему адресу. Для чего нужен вам мой адрес? Да, наверняка у вас уже есть домашний интернет, и вы оплачиваете за него. А еще и платите за мобильную связь. А наш интернет для вас будет всегда бесплатным. То есть будете пользоваться и оплачивать за мобильную связь всего 500 рублей, и у вас будет 1000 бесплатных минут для звонков по всей России. Полностью безлимитный мобильный интернет, а еще отдельный домашний интернет, за который вам платить ничего не придется. И давайте проверим наличие подключения по вашему адресу. Какая улица и номер дома? У меня сейчас 5000 бесплатных минут, и я плачу 250 рублей за интернет. Да, лимитом нет технической возможности провести домашний интернет от Билайн. Как только она появится, мы сразу же с вами свяжемся. Спасибо за уделенное время и до свидания. Очень плохая у вас работа. Видели? Да видели, друзья? Разводят, как лохов нас всех. И это номера, значит, с кодом 495. И 499. Не берите даже такие, не берите трубку, когда вам звонят. А если звонят, то немножко потрольте их.